Отже, продовжуємо нашу програму, і ми зараз знаходимося на майстер-майданчику, де будемо творити прекрасне власними руками. Сьогодні у нас в гостях Олена Качура. Доброго дня, Олено. І ми будемо показувати, як робити, я так розумію, такий? Да. Ось такий букет із цукерок. Будемо говорити про тонкощі виконання роботи і, звичайно ж, запитаємо, як же все ж таки з такого прекрасного букету ці цукерки доставати. Хорошо. Отже, для початку, Олена, я попрошу вас розповісти про своє захоплення. Чому саме букети із цукерок стали ось тим основним, да, чим ви вирішили займатися? Но к букетам из конфет я пришла не сразу. Я когда первый раз их увидела, думаю, нет, это очень сложно, это дело. Должен быть мастер, флорист обязательно, чтобы сделать такой букет. А потом, получается, я работала в рекламном агентстве, и моя хозяйка говорит, давай сделаем букет. Будем собирать заказчиков. Я говорю, как, мы же ничего не пробовали, не делали. Она говорит, ну будем пробовать. И у меня был у одногруппника день рождения, я ему сделала... руль большой такой вот из конфет, это мой самый первый подарок, и я увидела реакцию окружающих, я поняла, что это востребовано, людям это нравится, причем это и мужчинам, и женщинам, нету разницы пола, возраста, да, всем это очень... Да, цукерки можно не только девчатам дарвать, я хочу вам сказать. Вот. И потом, как бы, один подарок, второй подарок. Сначала это было среди друзей, знакомых, просто делались подарки из конфет. А потом я попала на хендмейд-выставку, и там девушка-мастер, она игрушками торговала, но сидела за прилавком, крутила подарок из конфет. И я вот так вот сбоку встала и простояла час и смотрела, как она делает. Потому что я увлекаюсь подарками из конфет. Первый раз вообще, первый мой букет был сделан в 2010 году. В то время даже в интернете еще было очень мало информации. Данные, вот так. Да, и поэтому приходилось собирать все по крупинкам. То есть я что-то видела, сама делала вот так, как считала нужным. Не всегда получалось, приходилось много времени тратить, переделывать. Но потом со временем, с опытом все пришло, и теперь сейчас вообще интернет кишит информацией, много мастер-классов, если что-то даже не знаешь, либо все равно отслеживаю, мало ли какие-то новинки, какие-то новые способы придуманы, как можно сделать красивый букет. Своїми руками. Да. До речі, Олена підказала або інтернет, або можете підкрастися до майстра і спостерігати. Так, да, я провожу майстер-класи. У нас буквально я буду вот в воскресенье для переселенців проводити майстер-клас. Там уже записалось 25 чоловік, поэтому можна записуватися. Є своя творчеська студія, да, да, де я провожу майстер-класи. Отже, для того, щоб зробити букети з цукерок, зрозуміло, що потрібні цукерки. Да, да? Конфети. Можно брать любые, но для цветов, ну, в частности, вот для цветов, желательно брать какие-то кругленькие. Это вот Рафаэлла, Рошеновский есть, круглые конфеты. Прошлись по цукеркам, да, по фирмам. Либо маленькие какие-то, тоже кругленькие конфеты. Я не советую брать квадратные, потому что не получится спрятать в цветочек конфетку. Запитаю, пирамидки есть такие? Пирамидки, треугольники, да, их тоже можно брать. Я покажу сегодня, как запаковывать конфетку, чтобы, ну, как бы, я считаю, если делать подарок из конфет, то с конфетой я не должна контактировать, потому что купит человек, будет ее есть, да. И поэтому минимальный контакт, поэтому я всегда прячу конфетку вот в такую вот золотушечку, бумажечку, либо в какую-то прозрачную. Это придает эстетический вид букету, и плюс ко всему, любую конфету так можно запаковать, очень удобно. Любой формы. Ну, и главное еще попередить, что там цукерки, потому что... Да, конфеты, потому что у меня буквально на днях звонили, спрашивали, говорит, а это живые крокусы? Я говорю, нет, ну, на фотографии вы видели, говорю, это из бумаги сделано. Да, то есть можно принять букет и не знать, что там цукерки, да. И ось вот простой. И обязательно говорить срок годности какой, потому что некоторым жалко есть, ну, кто решает слушать, кто хочет. Кто хочет залишити, да? Да, да. Добре, на рахунок вибору цукерок ми визначилися. Тобто їх потрібно оформлювати, якщо потрібно показати, що є цукерка, да, то, в принципі, можна не обгортати, але погодьтеся, якщо тут будуть стирчати упаковочки, да, ну, да, з написами, не то якось буде виглядати, да,
не так, як хотілося. Так, да, ну, і во многих букетах нужно сделать, вот, в частности, да, в крокусе, нужно сделать ножку, ее как-то прикрепить. А угу. Вот эта вот бумажечка как раз нам и дает способ прикрепить эту конфету. Ага, тут все хитренько. Да, так. Здесь как бы одно за другое цепляется. Так, переходимо далі. Папір. Папір, я так бачу, основна така, основний такий момент, хоча я можу помилятися, може і не основний, але він має бути яскравий, да, те, що я зараз на перший погляд бачу. Ну, да, в даному случаї, да. Да, в залежності від задумки, тому що ось поспокійніший букет, да, тобто може бути і не такий яскравий, але він має бути певної структури. Да? Що да, це за папір? Розкажіть. Бумага, это, я візьму маленький кусочок, це гофрірована бумага. Бумага итальянского производства. Ее используют флористы. Эту бумагу очень удобно тянуть, выгинать. Ну, то есть она делает форму любую. И, соответственно, когда мы конфетку прикладываем к этой, ну, бумагу к конфетке прикладываем, она ее как бы обтекает. Получается такая бумага пластика очень хорошая. Вот. Есть много производителей, ну, в частности, гофрированной бумаги. Это итальянская, польская есть и украинская. Украинская? Вот, да, но из всех нам только подходит итальянская, потому что украинская, она очень мягкая, ее только на папье-маше можно использовать, и все, она форму вообще не держит. Но вы придете в магазин, скажете, дайте гофрированную бумагу, вам дадут такую медаль. Тобто потребно щупать. Да, итальянскую проще всего можно обратиться к флористам, то есть вы покупаете где-то живые цветы, подойти попросить, отрежьте мне там метр, можно у вас купить, либо в любом флористическом магазине. Так, все, зрозуміло. Тобто звертайте увагу, папір має значення. Да, он очень плотный. Всего лишь в рулоне 2,5 метра. Поэтому там не ожидайте, что 10 метров, как у украинской. Там много метров. Здесь меньше, но он намного больше тянется. Ну давайте так, українську можна купувати, якщо ви новичок і тренуєтеся, чи ні? Нет, не получится. Українська вообще не держит, она вот падает. Распадается. Она не держит форму, и многие с этим вот именно ко мне. Почему я делала акцент? Ко мне часто приходят на мастер-класс и говорят, пробовали, делали букет, купили бумагу, но она не держит форму, она совсем другая. Я сразу спрашиваю, какой производитель, кто, и говорят, ну, концтовар. Да, добре. Давайте, так мы рассказали про украинскую, не дуже. Нет, она нам нужна. Она нам нужна. Украинская бумага, она используется в некоторых моментах, когда делается какой-то цветок и нужно заполнить серединку. Например, я делала подсолнух, и среди подсолнуха были семечки, это конфеты, а все остальное пространство надо было чем-то заполнить. И вот очень удобно было вот именно этой бумажечкой так вот красиво, и она все получилась пушистенько. Да. Все, украинская. Ну, а в частности для цветков. Нужна іменно італіянська гофрірована бумага. Все, зрозуміли, зрозуміли, і на цьому крапка. Італійська і все. Да. Заповнить самое главное. Да. С чего маємо починати робити? Вже будемо показувати майстер-клас. Да. С чего начнем? Мы подготавливаем. Я, ну, свой процесс работы расскажу, как я и рассказываю ученицам тоже. Нужно сначала все материалы подготовить. Сначала нарезать всю необходимую бумагу, все лепесточки необходимые, подготовить проволоку. Нам нужна флористическая тоже проволочка вот такая вот толщина. Чем флористичная проволока відрізняється, да, від звичайної, тим, що вона вже пофарбована, да? Да, она либо покрашена, окрашена, либо идет покручена определенной этой лентой, называется. Якщо вам не лінь, да, то можна. Она уже, да, это флористическая лента, тейп-лента. Обгортати да, просту проволоку, яка у вас, наприклад, є да, десь. Да, мне когда-то дарили букет, ветки на деревьях нарезали и тоже их использовали как основу. Ну, то есть, любые подручные материалы, также еще шпажки можно использовать. О, но шпажки, проволока точно. Очень удобна тем, что она в букете, цветочки располагаются по кругу. Можно их расположить, да, она гнется, и за счет этого получается красивый букет. А когда на шпажках или на деревяшечках, то... Все рівненько. Да. Все ровно и все цветы зажимаются, не очень красиво. Так, бачите, есть такие нюансы. Да, есть такие нюансы. Мы берем вот такую вот флористическую проволоку, нам нужны бокорезы, у нас много мужских инструментов используется, бокорезы, круглогубцы. Мы разряжаем нашу проволочку напополам, потому что такая длинная нам не нужна для букета, круглогубцы мы заворачиваем. Сталося, що дівчата в нас із паяльниками бували, приходили, так що ми вот, получається вот така вот проволочка, і ми її загинаємо, гачочок, петелечку, да, щоб наша конфетка не випадала.
Потом берем нашу конфету. Предварительно нарезали из фольги. Фольга, да, это флористическая фольга. Из нее нарезали квадратики. Я сейчас покажу отдельно фольгу, как она выглядит. И вот так вот прячем нашу конфету. Положим на эту ножку. Значит, это чик. Чик, да, мы ее одели. Берем скотч. Скотч? Скотч, обычный тоненький скотч. И наматываем. Вот так вот закручиваем, и у нас вот получается конфетка на ножке. Конфетка. Скотч прозорый, чтобы не было ничего. Да, да, обычный тоненький скотч. Петельку мы делали для того, чтобы наша конфета не выезжала, Трималась. Не ездила. Да. Ее можно вниз, да, да, мотылять. Я как бы люблю делать так подарки, чтобы... Бывают разные условия, да, пока их довезут, чего. И важно, чтобы не рассыпался. Все трималось. Да, да. Флористическая фольга выглядит вот так. С одной стороны она золотая, с другой серебряная. Она бывает красная, зеленая, но я использую золотую. Можно выкрасовывать из обидва боки. Да, можно срібло. Да. Теперь нам дальше этап наш. Это надо сделать лепесточки и листочки. Делается из гофрированной бумаги. Один такой важный момент. Ее необходимо нарезать в высоту и в ширину. Мы определяем, какой высоты у нас будет наш лепесточек и листочек. И, соответственно, также вырезаем. В данном случае нам надо вырезать вот такую вот полосочку сантиметровую. Как бы так. Моя значение, бачите, как ее вырезать. Да, ее надо вырезать в высоту. В высоту бумага не тянется. В ширину она растягивает. Мы вырезаем на 3,5 деления, это уже опытом. О, бачите, тут специальные відмітки. Да. Да, вот такие вот полосочки нарезаем, нам необходимое количество. Я заранее подготовила, чтобы не тратить эфир, потому что на создание такого букета где-то нужно в районе 3-4 часов. Уявляете себе, 4 години. Да, потому что надо нарезать три лепесточка на один цветок, три листочка на один цветок, пять лепесточков на другой. Да, да, получается. Затратно за час. Потом нарезали мы, и чтобы получить вот такой вот красивый лепесточек, перекрученный, мы его просто переворачиваем и вот так вот растягиваем. Что-то пальчиком. Сверху, да, так сверху растянули, вот так у нас получается. Сейчас пистолет включим, и так мы заготавливаем необходимое нам количество. Да, ну, на перший погляд це просто. Знаєш, що не просто, это... і з першого разу може не вийти, да? В основному получається. Ну, може бути, где-то чуть-чуть не так приклеїться, ну, так в основному все нарізають, все хорошо, ножницями все вміють владіти. Важно только, щоб нарізати ровненько, не так, що там это так, повернули ще как-то. Важно, щоб ровненько шов стежок, і тоді все красиво получається. Куден ти ще така робота? Да, это робота такая... для терпеливых, да. Потому что длительное время просидеть 3 часа и провырезать бумажечки, не у всех хватает терпения. Ну, хочу сказать, что Олена мама молода, и все это поєднувати, мы сейчас запитаем, как это, когда ты зосереджений на букете, а тут... Мама, почитай. Да, и поэтому у мамы своя творческая студия, потому что мама сейчас... текает просто. Да, потому что такой возраст, мама, дай конфету. И начинает уже раздербанивать именно, разрывать на мелкие кусочки все букеты. Он уже понимает, только видит, что мама начинает нарезать бумажки, он сразу понимает, что мама с конфетами будет работать, и все. Все, и цукерки пропали. Отже, вам порада, девчата, молодым мамам. Я когда-то на форуме читала, девушка завела себе сейф, то есть она туда прятала конфетки. Уявляете? Сейф с цукерками от дитини и мужа, как она писала. Ну все правильно, я думаю, это рационально. Сейчас я еще один конфетку будете пробовать? Интересно? Да, разгортайте. Да. Держите. Вот так вот на ручку ложите. Так, цікаво мне. Просто да. Я же кажу, что на перший погляд... Вот есть все... проволочка уже у меня с петелька готовая. Ручки, когда растут, с того места. Не знаю, не... Вот все. Есть? Да, все. Я помогу даже приклеить скотч первый. А хочется, чтобы же что-то ремненько было. А его потом все можно попробовать. Ну, обовязково, да, ремненько? Ну, бачите, 4 руки. Да, все получится. Мы впоралися, да. Да, здесь важно туго затянуть именно.
все. Ага, вот я зрозуміла. Ось вам получилось. Нічого страшного нет, скотч можна ще наклеїти, якщо вдруг. І до кінця так викрутити. Ой. Бачите, така яка... ось конфеточка є. Да, цукерочка. І дійсно, вона міцно тримається, як її не крути, вона не здвигається з місця. Це щоб наверняка. Так, вот далі. Ми понарізали, поділили ось такі от лісточки. Да. Листочки я дома сделала уже для цветочка именно, чтобы время экономить. Теперь берем дальше наш следующий этап. Это берем наш пистолет. Классный клей. Угу. Да, тоже продается в строительных магазинах. Все, строительные, да, будивальные магазины, это наше все. Да, и то есть мы приклеиваем. Вот так вот наш лепесточек склеиваем, чтобы потом, когда мы приклеим конфетки, оно красиво было, ничего не разлазилось. Такой важный момент. И так вот проклеиваем все листочки, тоже медитативный момент такой, медитирующий. Використовувати потрібно ось такий клей, да. Гарячий, гарячий, да? Клей, да, почему он? Он быстро клеит, быстро время. Угу. Ну, экономится время, это раз, потом... Ну, часто дівчата з моментом приходять, наприклад. Момент, он токсичный, у нас конфета. То есть, в данном случае он плюс запах, это раз, этот клей только в момент нагревания имеет запах. Потом он высыхает, он не токсичный, угу. Он безопасный, ось. В данном случае. Можно еще также использовать нитку. Угу. Нитку от... Нет, атласная. Ну, атласная вроде бы. Ну, якась такая... Да, нитка... Капроновая можно. Крепкая, нет, крепкая нитка. Обычная нитка рвется, а эта нить... Атласная нить, да, атласная нить, я все правильно сказала. Угу. Для штор они еще используются. Часто продаются в швейных магазинах. Можно как бы брать... Так вот, листик и на ниточку приматывать. Да, как вариант. Да, как вариант, для новичков это очень хорошо, потому что можно размотать. То есть, если что-то не получилось, можно переделать, не понравилось. До речи, так. А клей горячий, он приклеился, все, все навсегда. Все, порвало папер, да, еще что. Да, да, да. Так, далее. Теперь следующий этап, мы берем наши листочки, их вот так вот выгинаем на пальчике. Угу. Здесь промазываем клеем. То есть мы все равно в данном этапе мы конфету уже защитили, угу, от клея, она у нас уже с клеем не контактирует. И приклеиваем вот так вот к ножке. Так, и до скотча это теж клеится, да? Да, да, угу. До скотча все клеится, все хорошо, причем клеится так, что потом не отрывается. А, ну это дуже добре, тому що букета зберігається, да, коли ти цукерки вже всі поїв. А букет, да, він збережеться, тому що зроблений вже основательно. Да, 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 такі. Слава. Угу. Красиво, так от ми клеїмо. Так. Таким вот этапом ми собираємо. У нас 5 лепесточків, можна 5-6, як живі крокуси. Угу. Ведуть. Ну, крокуси, в нас такий натяк іде на весну. Да, это весенний такой красивый букет. Весняна квітка крокус, дуже гарна, дуже яскрава, і хочеться сказати вже заздалегідь, да, готуйтеся до свята. Не обов'язково, до речі, дарувати дівчатам букети з цукерками і цукерки з букетами до якихось певних дат. Радуйте своїх коханих, радуйте своїх близьких. Такими букетами, незалежно від того, чи є свято, чи нема свята, це завжди приємно. Якщо приносиш такий гарний, яскравий букет з натяком на весну, то я думаю, що будь-яка дівчина, та й не тільки дівчина, буде рада. Да, от тепер ми склеїли, приклеїли лепесточки наші, тепер ми беремо листик, приклеїваємо. Красиво смотрится, когда их 3 штучки в букете, тоже помечено, тоже было. Быстренько приклеиваем. Ну, я так розумію, що все ж таки часу у нас не так багато, як хотілося б. 3-4 години, як сказала Олена, потрібно на те, щоб зробити букет повноцінний і вже прикрасити його. Так що що? Ми покажемо, якщо встигнемо, да, то зберемо. Ми зараз цвіточок зберемо, да, і у мене є заготовлені цвіточки, ми тоді не 7, а 5 зберемо. Виходить, беремо тепер нашу вот эту вот флористичну ленту, вона називається флористична лента, тейп-лента. Вона унікальна тим, що вона має воскову основу. Тобто вона одразу сама приклеюється, ми її прикладаємо, трохи розтягуємо, і вона починається
А, тобто не потрібно навіть клей використовувати? Да, і отак от заматуємо, в натяжечку її робимо. От у нас вийшов готовий наш крокус. Цветочек. Гарний дуже. Да. Так. Тепер, якщо збирати букетик, ну, от такий, да, наприклад, да. От у нас буде 5 цветочків. 3, 4, 5, ну 6, як-то некрасиво. Будем 5. Да, собираем 5, то есть серединку мы свободненько оставляем. Берем тоже у цветочников часто встречаете вот такой вот ленточки. Ленточка заматываем ножку, ну, кусочек такой оставляем, сантиметров 25-30. Он нам нужен для того, чтобы зафиксировать хорошо конфеты, чтобы они не болтались по кругу. Когда делается большой букет, это очень важно. Вот отрезаем. И теперь все ножки вот так вот одной какой-то ленточкой проматываем. Угу, бачите, тут ще треба закріпити все. Да, вот лишь намотали, чтобы конфеты не шевелились. Угу. И теперь завязываем узелочек. Знаете, спостерігати за роботою – це теж дуже цікаво заняття. Да. Але я абсолютно не закликаю вас нічого не робити, а навпаки вчитися, запам'ятовувати. Ось у нас виходить такий от букетик, а далі може рішаємо, що завернути. І я сьогодні пропоную теж упаковувати в таку пухочку. Вона робиться із двох гофрированих бумаг, відрізається одна і друга, друг дружку підкладається, і верхушечка розпрямляється чуть-чуть. І от виходить така от красота. Рис. Мы ее потом берем и вот тут вот так вот сверху чуть-чуть растягиваем, чтобы конфетки наши улеглись. И теперь вставляем на букетик. Вот так вот удобнее всего. И мы прячем ножки наши и прячем все, что если вдруг не получилось. А наверху у нас только получается один. Красивые головочки. Бачите, на цьому етапі ще можна щось вирівняти, дорівняти. Да, да? Можна конфетку підняти, опустити, можна упаковку розвернути. Іноді клієнти просять спрятати вот так. Да. І беремо нашу ленточку теж. Ленти можна любі использовать. Можна флористичну ленту, можна атласні ленти тонкі. Ну, то есть, якщо букет широкий, то іноді і толсту ленту атласну использую, в зависимости от композиції. Щоб все було естетично красиво. Зараз букетик он чуть-чуть випрыгнув. Ми його зафіксуємо. Так. Знову ж таки, нагадаю, що коли дивишся щось у виконанні майстра, особливо по телевізору, то розумієш, що це не так вже складно. Да. Але коли ти присутній і бачиш, скільки на це йде часу, а скільки на це йде емоцій, і як дівчата до нас приходять і кажуть, що ніколи не потрібно робити щось у поганому настрої. Да. Отже, сьогодні Олена Качура була в дуже гарному настрої, зробила дуже класний букет. Дякую їй за це. Приходьте до нас ще. Спасибо, з задоволенням. Все, будемо прощатися. І, маю надію, вам все сподобалося. До наступної зустрічі.